Музыка — это была моя идея, и я очень давно ее вынашивал. И год назад на Бродвее в Нью-Йорке был возобновлен показ этого мюзикла, то есть после долгих лет перерыва, и мы с Таней, нам посчастливилось попасть на одно из представлений, и мы безумно загорелись этой идеей воплотить это на льду. Вот. И костюмы, естественно, тоже были, в принципе, сделаны по образу этого бродвейского мюзикла. И цветовая гамма, плюс эти костюмы, они обусловлены временем, тем временем, когда эта рок-опера была популярна. То есть это времена хиппи, времена рок-н-ролла. Благодаря нашим желтым штанам знаменитым теперь организовалась целая группа. Вот, и очень много поддержки болельщиков. Очень много было в Японии, за нас болели как бы с желтыми флагами, люди приходили, было очень приятно, что вот, и не отставая уже к Олимпийским играм, я решила поддержать цветом платье произвольную программу. Выйти тоже в желтом. Спасибо. Следующий вопрос.